Привет всем владельцам Лада Калина, Приора, десятка и до поколения 15-х. Вот сегодня пойдет речь о рулевой реке и как узнать, если она стучит. Надо вот взяться за эту тягу и потянуть вверх-вниз, прилагая немножко усилий. Ну-ка, сейчас проверим мы ее. Раз. Хорошо слышно, что она люфтит. Есть такой шум. Ну-ка, попробуем с другого. Эрка, слышно, что с ней. И вот вся проверка рулевой рейки на таких автомобилей. И еще касаемо этих рулевых реек. Кто-то меняет ремкомплекты, кто-то просто зажимает или подтягивает рейку, как ее назвать. Я на днях куплю ключ специальный для рейки и буду ее подтягивать. Об этом тоже сниму видео. Будет все видно. И будет все ясно, как это делается. Я думаю, на Ютубе тоже есть количество такое вполне достаточного видео с подтяжкой рулевой рейки. Но я сниму, как говорится, свое. Может, что-то по-другому сделаю, что-то новое узнаю. Вам в то же время покажу. Ну, и давайте еще раз проверим. Да, люфтит. Это очень хорошо слышно по гравию и по такой плохой дороге. Ну, думаю, на этом видео можно заканчивать. С вами был канал Электроник. До новых встреч.